детских сада, 3 школы и 1 больница. Это все краевые объекты без отопления на сегодня, сообщил министр ЖКХ Иван Гилев. Располагаются они в Третьяковском районе, Змеиногорском, который ремонтировали прошлой зимой, и в селе Кусак Немецкого национального, где 2 года назад ликвидировали коммунальную аварию. Там, кстати, нам рассказали, что отопительный сезон у них еще вообще не начинался. Все село без отопления. Меняют трубы, как от сельского совета и до больницы. Вот этот промежуток полностью меняют. Старые на новые. Ну, вроде быстро там делают. Но общая цифра готовности края к холодам – 97%. И в отличие от предыдущих лет, в этом сезоне специалисты отмечают короткий период запуска тепла – всего несколько дней. Правда, Минстрой отмечает, зимой будут пристальнее следить за десятком районов. И в первую очередь за Каменским, пока ему помогли с покупкой угля. Это Каменский район, Немецкий, Хабарский, Славгород держим на контроль. Потом у нас идет Михайловский район, Змеиногорск, Третьяки. Ну, Горняк-Шипунова, сейчас вот ситуация, ну, наверное, так, Горняк-Шипунова. Вот этот такой полукруг, где наибольше, наверное, внимание для нас и проблемы для нас вызывает. Тем не менее, запас угля сформирован везде, электричество есть во всех котельных. Это лишь 2 из необходимых пунктов паспорта готовности к зиме. Каждый муниципалитет должен получить документ к середине ноября. Анастасия Дорога, Николай Шелко, «День с толком».